Добрая сказка в самом центре города. В этом году муромлян особо порадовал новогодний городок. Красивое декоративное убранство, домики для торговли, горки и всевозможные украшения были приобретены на деньги областного гранта. В преддверии самого любимого праздника новогодний городок стал местом радостных встреч и отдыха для многих горожан. Погулять по нарядному Мурому отправилась и наша съемочная группа. В Муроме стало доброй традицией обустраивать новогодний городок. Каждый год его убранство меняется. Мы приехали, конечно, с Южного, не очень близко, но нам здесь очень все нравится. Вот. Но в каникулы обязательно сюда приедем, еще возьмем папу и маму, да? Особое внимание маленьким муромлянам. В первую очередь для них поставлены горки и качели. В этом году с большой радостью они смогут покататься и на расписных санях. Не рядом живем, приехали. Вот, с детьми покататься. Вчера им было день рождения, 6 лет исполнилось. У нас близнецы. Вот, сегодня гуляем. Очень хорошо, вот сейчас только говорю, какая горка хорошая, все для детей. Очень здорово. В праздничные дни в новогоднем городке на площади Тысячи столетия запланировано проведение интерактивных программ. Как отметили в администрации, мероприятия будут проходить при соблюдении всех требований по недопущению распространения COVID-19. С 1 по 7 января такие уличные представления для детей будут проходить два раза в день в 11 и в 16:00. Здесь все стало здорово, красиво, много новых композиций. Катаемся с детьми, на саночках катаю. Все очень нравится. В новогодние праздники обязательно придем посмотреть, какая здесь будет программа. Наш город Муром очень красивый, исторический город. Сейчас украсили около администрации города новогоднюю елку. Все прекрасно. Ходим ежегодно и будем ходить на мероприятия, которые проводятся около администрации. В новогоднюю ночь принято решение не проводить традиционный торжественный концерт, поскольку это предполагает большое скопление людей, что недопустимо в условиях пандемии. На специальном экране, установленном на площади Тысячи столетия Мурома, с 23 до 4 утра будут транслировать праздничный концерт. Новогодний фейерверк, как отметили в администрации, тоже состоится. Салют озарит небо Мурома в 2 часа ночи. С Новым годом, Муром! Елена Петрова, Илья Облетов, «Наши новости».